Всех приветствую на канале CryptoCommons. Сегодняшний обзор посвящен замечательной криптовалютной деривативной бирже Bybit. Базируется биржа в Сингапуре, как они сами заявляют. Вот. Значит, позволяет торговать бессрочными контрактами BTC к доллару, эфир к доллару с плечом до 100x. А также EOS к доллару. И Ripple к доллару, тоже бессрочными контрактами, с плечом до 25x. Вот. Значит, чем же она так примечательна? Очень похожа биржа на BitMEX, на которую я тоже делал обзор. Но в чем вкратце основные отличия? Давайте разберемся. Значит, у Bybit минимальные комиссии за сделки. Очень щадящие. Сейчас мы с вами в этом убедимся чуть позже. Попробуем открыть сделку. В отличие от BitMEX. И отсутствуют системные перегрузки. Биржа новая. Работает только второй год. Вот. Как на BitMEX, знаете, бывает в нужный момент систем оверлоуд. Вы не можете поставить ордер или у вас проскальзывание. В общем, не в вашу сторону играет нагрузка. Здесь пока такого нету. Здесь поэтому основные все трейдеры сейчас перебираются сюда. Здесь проводятся соревнования по трейдингу. Бонусная программа отличная. Значит, основные отличия. Минимальные комиссии, отсутствие системных перегрузок, как у BitMEX. И также среди отличий это бессрочные контракты на EOS и XRP к доллару. Потому что на BitMEX эти контракты только к биткоину. Ну, давайте разбираться с интерфейсом. Да, в планах биржи также добавить еще Litecoin и возможность обмена этих валют друг на друга, потому что сейчас пока ее нету, но они работают. Вот, значит, давайте смотреть, что тут есть. Вот assets. Русского языка пока у них нету. Вот, из языков пока есть English и какие-то вот корейские, китайские, я не знаю, японские. Так что пока вот так вот я вас сориентирую, вы запоминайте, где какие кнопки, если плохо у вас с English. Вот, значит, assets. Это ваши активы. Вы можете здесь, да, еще одно отличие от BitMEX, вы можете депозит вносить как в BTC, так и в эфире, и в EOS, и в XRP. Но, правда, пока вы в какой валюте внесли депозит, на ту и торгуете. Скоро возможности этого они расширят, и можно будет менять валюту друг на друга, и, скажем, имея биток на депозите, можно будет там шортить эфир или лонговать. Сейчас пока временно этой возможности нету. Но не страшно, вот у нас есть биток, и мы, соответственно, будем торговать битком, пробовать. То есть я вот сейчас внес депозит BTC, 0,2 BTC. Мне, кстати, за это начислили сразу бонус. 480 тысяч сатоши, $120 бонус. Вот, бонус начислился сразу, но в поддержке пишут, что если бонус начисляется не сразу, не надо писать сразу туда. Они в ручном режиме сейчас их добавляют, так что не торопите. Вот тут, если что, есть чат, пишите им, они всегда отвечают. Вот, значит, чтобы получить этот бонус, вы должны до этого воскресенья включительно. На депозит 0.1 BTC вы получите $60 дополнительный трейдинг-бонус, а на депозит 0.2 BTC вы получите $110 дополнительно трейдинг-бонус к тем 10, которые вы получите за ретвит. То есть в общей сложности на депозит 0.2 вы получите $120 трейдинг-бонус. Для этого нужно зарегистрироваться обязательно по моей реферальной ссылке, которая внизу под этим видео. Если вы не успеете на этой неделе, ничего страшного, на следующей неделе вы тоже получите бонус, просто он будет $60 уже, а не 120. Да, для того, чтобы получить welcome бонус $10 первый, даже без внесения депозита, вам достаточно сделать ретвит, ну там все написано, в общем, вы нажимаете «Получить welcome бонус», вот, «Get your welcome trading bonus free», регистр, там делаете ретвит их твита, подписывайтесь по инструкции, вам причисляют $10, на них тоже можете торговать сразу. Значит, что тут еще есть у нас? Очень удобный интерфейс на самом деле, вот. Closed PNL, это я на первые $10 пробовал торговать, вот одну сделку закрыл в плюс. 0,65 центов. Вот история ваших трейдов. Вот история депозитов и призов. Вот видите, первый приз мне приходил. 87 тысяч сатоши. И приз пришел 427 тысяч сатоши сейчас. Вот история трейдов ваших. История выводов, но их пока нету. Все, трейд. Ну вот, пока я вам все это рассказывал, тут пошло шортилово.
На 15-минутке я переключился, смотрю. Начали мы падать вниз. Правда, объемов почему-то здесь пока таких больших, как вот тут, не показывают. Ну, можно попробовать в короткую встать. Значит, типы ордеров давайте рассмотрим. Вот эта панелька, где вы выставляете свои заявки. Есть лимитные ордеры, то есть по определенной цене, которую вы можете здесь вбить. Рыночный ордер по текущей рыночной цене, да, чтобы не вбивать сразу. Или вот conditional, это заявка, которая сработает только после определенной триггированной цены. То есть, допустим, вы можете выставить, что там 13 тысяч, условно говоря, только после того, как туда сходит биток, ваша заявка, в принципе, на нужную вам цену, там, скажем, 12 с чем-то, начнет срабатывать. То есть, до того, как цена не достигнет вот этого порога, который вы выставите, эта заявка не будет активная. Но это нужно для редких случаев. То есть, это полуавтоматизированная такая торговля будет. Нас сейчас интересует просто лимитный ордер. Вот, допустим, по такой цене мы нажимаем sell, то есть открываем short. Вылетает вот такое окошечко. Ни в коем случае не ставьте тут галочку, не открывать больше это окно. Потому что вам всегда нужно проверить детали вашей сделки. Потому что если вы ее уберете, поставите эту галочку и уберете окно, у вас будет сразу открываться сделка, когда вы нажимаете. И вдруг кто-нибудь случайно нажмет, там, или ребенок, или там кошка, не знаю, там муха сядет на тачскрин. И это не в ваших интересах. В общем, всегда проверяйте. Вот он пишет. Да, цена ушла уже немножко выше. Давайте поменяем цену на нынешнюю. 11500, ну я думаю, до 11600 сейчас, может быть, дойдет. Так, ну вот, в итоге мы открываем лонг по цене 11779,5 на 5000 контрактов. Нажимаем buy. Тут все проверяем. Пока без стопов и без тейк-профитов, чтобы успеть войти по этой цене. Входим по этой цене. И теперь вот здесь вот у нас отображается наш профит-лосс нереализованный. А вот тут мы можем выставить стоп и тейк-профит. Собственно, что мы и делаем. Поставим стоп короткий куда-нибудь сюда на 11650. Чтобы лосс составил... Не, меньше надо. Короче, стоп ставить. На 11700. Вот, лосс составит 280 тысяч сатоши. На 11680 ставим. На 11690 ставим стоп-лосс. Потеряем 320 тысяч сатоши, если против нас пойдет. И тейк ставим куда-нибудь на 11990. 12100. 12.50. 12.70, вот, чтобы миллион заработать. Нормально. Ну все, а дальше мы, собственно, занимаемся тем, что передвигаем стоп без убыток по мере роста позиции в нашу сторону. И дальше мы просто двигаем стопы, переводим без убыток. А потом переводим стоп-профит. Вот такая история. В итоге вот уже оно хорошо так отросло, что мы можем поставить стоп в профит. Вот у нас профит уже $27. Мы можем поставить стоп вообще прям близко-близко к цене на 11830. Если сейчас хоть чуть-чуть назад пойдет, у нас закроет по стопу, но уже в плюсе. Смотрим. Вплотную к цене подвинули стоп. Это по сути уже тейк. Просто меньше тейк-профит получается. И вот сейчас чуть-чуть все, цена сходила и нас закрыла по плюсу. Ну вот такая вот прекрасная биржа Bybit. И
Не забудьте зарегистрироваться по ссылке и получить бонус. Ну вот как-то так. Вроде все объяснил. Собственно, торгуйте на здоровье. Не забывайте ставить стопы и тейки. Удачных вам сделок. С вас подписки и лайки. Этим вы поддержите развитие нашего канала. Peace.